Друзья, отвечая на вопрос, как найти свое призвание в служении. Вы правильно делаете, что вы вообще ищете свое призвание, а не просто делаете что-то, лишь бы быть занятыми. Это нормально на начальном этапе пробовать что-то делать полезное, но нам очень важно быть в воле Божьей. Тогда ваше дело, ваше служение, оно будет значительнее, продуктивнее и эффективнее. В поиске своего призвания я советую, во-первых, первый шаг – это молитесь о том, чтобы Бог вам его открыл. Целенаправленно, постоянно молитесь, чтобы Бог вас поставил в правильном месте и в правильное время. Второе – в поиске на пути призвания откликайтесь на нужду, которая, возможно, возникает в вашей церкви, в местности, в семье, у людей, где просят помощи. Пробуйте, потому что я верю, что это ценно, готовность служить, отвечать на нужды людей, это очень ценно, особенно когда мы верны в малых вещах, прежде чем мы дойдем к какому-то большому призванию. И третье, друзья, не бойтесь пробовать разные служения. Я, например, в своей жизни перепробовал много разных служений, и вы также действуйте, учитывая ваши таланты и способности. Расскажу свой личный пример. Например, я перепробовал, был в детском служении, был наставником в детском лагере, также пел в группе, был солистом, играл на гитаре, играл на клавишах. Мы даже выпустили музыкальный альбом. Также был администратором, проповедовал в церкви, был молодежным руководителем. Также любил быть актером, участвовал в разных постановках, занимался видеомонтажом. Как вы видите, я столько всего перепробовал, и я, друзья, не жалею. Я не жалею, потому что мне это помогло понять себя, понять, что у меня больше всего получается, что мне нравится. Я этого и вам советую. Это вам не повредит, но в начальном этапе, в поиске, это поможет вам определиться в вашем призвании. А сейчас я хочу обратить главное внимание и выделить три главных принципа, которые подтверждают ваше призвание. Итак, первый принцип – тебе нравится то, что ты делаешь. Вообще, самая трудная работа – это работа с людьми. Но несмотря на то, как бы трудно ни было с людьми, вы все равно хотите продолжать работать с людьми. Я понимаю, что иногда хочется все бросить. Люди иногда бывают очень наглые, неблагодарные, но вы отоспались, и вы все равно встаете и хотите продолжать делать это же. Когда иногда ты видишь где-то какую-то нужду, проблему, недоделано, плохо сделано, и вдруг вы себя ловите на том, что вы начинаете это исправлять, начинаете это делать. Хотя вроде бы вы обещали, что вы уже больше не будете это делать. Это еще один знак, подтверждающий, что это ваше призвание. Вы можете что-то делать, но уровень еще выше, когда вы не можете это не делать. Это есть ваше призвание. Итак, первый признак или принцип, подтверждающий ваше призвание, это тебе нравится то, что ты делаешь. Второе. Есть результат или плод от того, чем ты занимаешься. Ты не просто что-то делаешь без толку, потому что тебе это нравится. Ты не просто это делаешь без пользы, но есть результат. Есть реальные плоды от того, что ты делаешь. И этим самым это сам Бог подтверждает, что Он благословляет дело рук ваших, что Он благословляет то служение, которым вы занимаетесь. И это признак того, что у тебя есть способность или дар в этой сфере. И нам в итоге важно не только процесс, а в конечной цели нам все-таки важен результат. Поэтому если результат есть, значит это, скорее всего, твое призвание. И третий принцип – это свидетельство людей со стороны, окружающих. Что я имею в виду, это не просто ты сам думаешь, я молодец, я хороший, у меня все получается, но люди со стороны это подтверждают. И они действительно указывают на то, что есть результат от твоего служения, есть свидетельства, есть благодарности. Люди обращаются, возможно, к тебе за помощью,
тебя куда-то приглашают, ты видишь, что без тебя не могут, и это подтверждается другими со стороны, свидетельства двоих-троих, это уже имеет вес. И вот, друзья, повторю три принципа, подтверждающих ваше призвание. Первое, тебе нравится то, что ты делаешь. Второе, есть результат или плод от твоей деятельности. И третье, свидетельство окружающих людей и благодарности их. И в заключение хочется сказать, что если ты нашел свое призвание, то я бы вам советовал, друзья, фокусируйтесь на своем призвании. Вкладывайте именно туда больше вашей энергии и времени и старайтесь не сильно отвлекаться на другие, тоже хорошие предложения, иногда добрые дела, иначе вы будете перегружены. И думайте о будущем. То есть воспитывайте возле себя человека, который в будущем займет ваше место, или же кому вы передадите ваше служение, или просто вы кого-то воспитаете как еще одного потенциального лидера или человека, который способен делать то же, что и вы. Если вам это слово, друзья, помогло и послужило благословением, то вы можете поделиться это с кем-то, можете отправить эту ссылку кому-то из ваших друзей и будьте благословенны.